Мы с вами находимся в Центре здоровья и красоты Арго в городе Краснодаре. Живете в Тимашевске. Ну, у нас дело в том, что мы по почте отправляем, но мы отправляем только заказ, когда сумма от 2000 рублей, иначе получается нерентабельно и вам, и нам это. Мы находимся по адресу Краснодар, 40 лет Победы, 144, дробь 4, литер В. Это ориентир, улица 40 лет Победы и Российская. Ближайшая Табрис, Табрис нами. Мы находимся, это наше здание, реклама крупным, Центр обуви, мебельный магазин, РПО «Арго» представительство, со второго любой транспорт, который идет до краевой больницы. Ну, это направление краевая больница, на краевая больница по 1 мая. Мы не доезжая, если вы едете в этом направлении, то остановка аптека. Пересекаете улицу Российскую, остановка аптека. С 5 до 8 вечера, выходной у нас понедельник, суббота. Мы работаем как обычный день, воскресенье у нас короткий день, с 12 до 6 вечера. Итак, мы с вами находимся на главной странице сайта. С левой стороны меню. Давайте пройдемся по нему. В конце меню карта, как нам добраться. Ее можно увеличить, карту, и посмотреть более детально. И здесь вот расположен рисунок, который показывает, как выглядит здание, в котором мы находимся. Это салон мебели, центр обуви. Руководитель нашего центра на 40 лет Победы Мальцев Константин. Вот здесь вот указано на главной странице все его данные, телефон. Константин Викторович, врач, консультант. В Арго работает уже 15 лет. Он является индивидуальным предпринимателем. Нажав на ссылку на главной странице, мы можем перейти на его индивидуальную страничку. Теперь рассмотрим товары и услуги. В Арго в настоящий момент более 600 наименований товаров. Но данный проект вмещает только 500 наименований. Поэтому некоторые товары не вошли в этот список, и поэтому их можно посмотреть на главном генеральном сайте компании «Арго». Я сейчас покажу, как это сделать можно. Вот вы видите на главной страничке ссылки на генеральный сайт. Вот. Заходите в раздел «Продукция». И можете посмотреть всю продукцию. И дана краткая информация. Набираем Краснодар. И сколько стоит. И в данном случае вы видите цену. Например, кисель и так далее. Но основная продукция вошла на сайт arbo.kr.tk.com. Недостающие можете посмотреть. Здесь предоставлены все потребители. В данном случае меню. Указаны производители продукции. В Арго существует 4 базовых линии. Это БАД функциональное питание, здоровье, быт, фарш в мере уход за телом, декоративная косметика. Мы возвращаемся на наш сайт и видим, что таким же образом указано и наше меню. Для тех, кто впервые попал на сайт и впервые слышит название «Российское потребительское общество», может ознакомиться на страничке «О нас». И здесь вы можете посмотреть информацию о нас в городе Краснодаре, о нашем центре. Предоставлены телефоны. Телефон нашего информационного центра в городе Краснодаре. И главные офисы в Москве и в городе Новосибирске. Ну, если вы хотите более подробную информацию получить о компании «Арго», вам достаточно нажать на название «Арго национальный бренд России» и перейти на, вот, на раздел, где расположена более подробная информация о компании «Арго». Ну, таким вот образом это выглядит. Если будет желание, можете посмотреть более детально. Итак, возвращаемся на главную страницу. Переходим к меню. Меню предоставлено 4 базовыми разделами. Это банк, функциональное питание, здоровье, быт. В мире уход за телом, декоративная косметика, информационная продукция.
информационная продукция дана кратко, информация дана. И дана ссылка на генеральный сайт ОРГО. В этом разделе вы можете качать книги себе на компьютер и почитать. Вы можете это сделать на этой странице или же перейти на сайты коллег.